Хотел рассказать историю. Сейчас сидел, никому не мешал, спокойно работал. Я сегодня поздно вечером вылетаю в Москву. У нас завтра слет, и в пятницу, субботу, три дня слет, и воскресенье руководители, 200 городов приедут. И сейчас такая сложная ситуация с коронавирусом. И у меня мама приходит ко мне в кабинет и говорит: да, такое дело, ты у меня собираешься, я хочу тебе там это. Она у меня детский врач и заботится всегда. И мне вот такой пакет передала, я сейчас покажу. Это надо заснять просто. Смотрите. Значит, что мы тут видим? Ну, лекарства всякие разные. А, кстати, в чем пикантная ситуация? Я уже 18 лет не употребляю ни одного лекарства. Я даже ни одной витаминки не пил. Ну, вот принципиально решил для себя, там, нет, сколько там было, когда 22 года, или 23, или что я не пью больше лекарств. И перестал болеть вообще. Не болел ни разу за это время. Все может быть, я всегда говорю, тут в этом деле зарекаться нельзя, никто не застрахован. Всегда можно заболеть в любой момент. В тюрьме от тюрьмы не зарекайся, что называется. Вот, значит, ну вот смотрите, всякие лекарства, какие тут, тавани какой-то, тамифлю, это что такое большое, натрия хлорид буфус, что это такое, АЗН для взрослых написано, так, интересно, что это такое, так, тут это, бирудуал, это для, видать, там что-то с легкими, дексаметазон, парацетамол и градусник на случай замерить температуру. Тоже все есть. В общем, тут проще было согласиться и взять. Поэтому я так и сделал. А вдруг? Так что если вдруг кому-то у нас на форуме станет резко плохо, ко мне обращайтесь. У меня полный набор медикаментов на любой случай. В случае коронавируса. Все, спасибо.